Всем привет, с вами я, Пломбир 13. Сегодня у нас небольшой обзор получится. Два небольших пополнения. Вот коробочка совсем узенькая. И небольшой конверт совсем. Также, знаете, я толщу отправляю. Давайте распакуем, начнем с него. Больше ничего нет. Это в сторонку, в коробку тоже уберемся. Да, тут вкладыши Формула-1 должны быть неплохого качества. Мотор-шоу. Кстати, на удивление отличная оцентровка вкладыша для этой серии. Вот обычно что-то подобное бывает тут. Мотор-шоу 92. Есть еще вот дальше там будет пару штук 93. Они чуть-чуть пореже. Выпускалась турецкой фирмой Perfetti. А вот 93 один, они чуть-чуть поуже, поменьше размеров. Вот такой небольшой конвертик. Купил, кстати, на Авито за 850 рублей, если кому интересна цена. Ну, наверное, они примерно вот, даже если поштучно продавать, они, наверное, так и выйдут. Может, чуть дороже, не знаю, посмотрим. Так, и вот такое пополнение. Поступление, покупка. Откровенно говоря, даже хотел сначала ее не покупать. Но потом купил. На удивление, вкладыши все как на подбор сверху лежали плохие. То есть неинтересные. А ну кое-что тут вроде как есть. Дональды лежали, да, сверху такого качества. Кстати, знаю, что некоторые собирают ленту Дональдов. Было бы классно увидеть полную ленту Дональда. Ну, самые обычные голландские распространенные Дональды. Не думаю, что тут попадется. Хотя вот, наверное, удлиненный, наверное, Дональд, да, был. Или просто не видно метку. Не думаю, что тут китайские будут. Качество. Подбом смал. Кстати, вот подбом неплохого уже качества. Но не все. Не без этого. Это, кстати, наверное, открывали, как будто прилип к обертке. Вот так получилось открыть. Life is life. Это Солин Дёги или как она там ту. Обратите внимание, некоторые вкладыши покрыты скотчем. Кто-то хотел их на дольше сохранить. Хотя потом скотч сохнет, трескается. Ничего хорошего не из этого не выходит. Кстати, безномерные намного реже, чем серия, которая номерная. Маха. Самые обычные. Саламы. Дани, девочка и дракон. Дани, комикс. Так прилично, кстати, да, скотчем обмотано. Как же без наших любимых бомбимбом. Кстати, вот пореже бомбимбом. Это седьмая серия без Б. Видите, кант зеленый, это сразу седьмая серия, ну и 41 номер, опять же. А это уже получается десятая серия. Десятая серия, это скорее всего, ну какая, ну тоже десятая, бирюзовый кант. Десятая. Пятнадцатая серия, нет, не пятнадцатая, девятнадцатая серия, если по розовому смотреть. Качество классное, да? Третья, без Б, из Б, турб. Турбокачество, конечно, то еще.
Так, вот немного надув хорошего качества. Состояние, как мне сказали, правильно говорить, ну, обратили внимание не качеством, а состояние вкладышей хорошее. Хотя иногда именно правильно будет употреблять качество. Потому что если оцентровка плохая или какие-то другие дефекты, краска размыта, то тут качество. А все-таки, да, наверное, правильно говорить, состояние вкладышей хорошее и плохое. Вот этот бим-бим-бом лежал опять же сверху, когда при покупке. Подбомов немножко. Подбом, конечно, качество не очень. Может, какой-нибудь редкий будет. Да, редкий это любой подбом редкий, который является до 80 номера и 80. Вот он, редкий, но жалко, криворезанный. Но все же один есть, приятно, неожиданно. Вот такое пополнение, поступление, покупка, качество абсолютно разное, что-то качество, состояние абсолютно разное, что-то хорошее, что-то ужасное, обклеенное скотчем. Как вы считаете, там получается 1850, по-моему, я заплатил. Ну, 2000. Хорошая эта покупка или плохая эта покупка, получится с нее там что-то заработать себе, тут в мою коллекцию единственное, что может быть пойдет, это вот, кстати, вкладыши Life is Life, мне там 3 или 4 номера осталось собрать до полной, и пойдут, возможно, под замену какие-то номера, вот 4 вкладыша отличного качества, были бим-бим-бом 10 и один вкладыш 19 серии, это я посмотрю для своей коллекции личной. Может, что-то туда вложу. Вот такие небольшие покупки опять. Пока редкостями вас эксклюзивом каким-то порадовать не могу, буду искать. На этом это все, что я хотел вам сегодня сказать и показать. Призываю зрителей подписываться на эту группу Bubblegum and комментировать данное видео. Ставить лайки, предлагать свой контент. Привлекать новых участников группы, рассказывать людям, что не стоит выкидывать старые вещи. Подарите, поменяйте, обменяйте, продайте, пожертвуйте, отдайте другому человеку, который будет их ценить. А на этом все. С вами был я, Пломбир 13. Пока.